В музейно-выставочном комплексе состоялась встреча с жителем городского округа Люберцы, участником российской антарктической экспедиции Николаем Лаврухиным. Полярник рассказал о многодневном океаническом путешествии, пребывании на станции, об особенностях антарктического климата и представителях местной флоры и фауны. Свое выступление исследователь Южного полюса дополнял фотографиями и видео. У нас есть три понятия: Антарктида, Антарктика и Арктика. Вот. Арктика – это то, что находится сверху земного шара. Вот. Это где холодно, хотя и в Антарктиде тоже холодно. Вот. В Арктике нет материка. Антарктида – это материк. В Арктике – это просто Северный Ледовитый океан и замерзшая поля льда. Вот. Материка там нету. Снизу находится Антарктида, снизу земного шарика. Это материк. Антарктика – это то, что прилегает еще. Архипелаг островов, ближайшие воды, которые прилегают – это Антарктика. Значит, я в Антарктиде бывал на трех, уже на четырех, в этом году на четвертой станции был, на трех станциях. Вот на всех этих трех станциях антарктических мы ставили свою аппаратуру, оборудование –